В ноябрьске число больных свиным гриппом выросло до 38 человек. Только за последнюю неделю высокопатогенный вирус H1N1 обнаружен у 17 жителей города. Все они госпитализированы. А вот ситуация с простуженными школьниками, похоже, стабилизировалась. Такие выводы предварительно делают специалисты городского департамента образования по итогам последних двух дней минувшей недели. В закрытых на карантин школах постепенно возобновляются занятия. Так, сегодня с незапланированных каникул вернулись ученики 7 и 9 школ. Завтра уроки возобновят 8. Таким образом, закрытыми останутся три образовательных учреждения. 3 и 5 школа, а также 1 гимназия. Кроме того, временно отменены занятия в двух младших классах коррекционной школы.